Интересно, Узбекистану будет и наша особая экономическая территория – Великий Камень. С льготными условиями ведения бизнеса к концу следующего года в белорусско-китайском индустриальном парке может быть зарегистрировано не менее 85 резидентов с объемом инвестиций около 2 миллиардов долларов. Рост количества компаний на треть базируется на растущем интересе мировых производителей, ведь сегодня парк – это международная площадка, где уже присутствуют капиталы из 10 стран. Бизнесменам важны льготные стартовые возможности для раскрутки бизнеса, развитая инфраструктура, хорошая логистика, квалифицированная рабочая сила, а также простота решения административных вопросов. Нам бы хотелось, чтобы мы сейчас уже активным образом не просто принимали, но строили, а самое главное, производили продукцию. В бизнес-планах наших предприятий 65% – это экспортная ориентированность. Большая часть – это евразийское и европейское экономическое пространство. И вот это, наверное, самый главный итог, который мы бы хотели получить уже в цифрах. И мы ориентируемся на то, что в среднесрочной, долгосрочной перспективе мы будем говорить о миллиардах инвестиций, о миллиардах производственной продукции и миллиардах экспорта. О развитии парка «Великий Камень», бондовых зонах и правовых изменениях для резидентов расскажет глава администрации парка Александр Ярошенко в это воскресенье в главном эфире.